Чего все на мусорку собрались? Мусорка — это сцена будет. Стена в сцене. Так, вот это вот нам тут не надо. Так, короче, рассаживайтесь. Вы слушатели будете. Первая шутка. Что сказал ВА-515 после того, как разработчики выпустили обновление, в котором улучшили античит? Фигня, переделывай. Кринж, да? Да не, нормально. Ладно. Ой, как смешно. Ха-ха-ха. Ну вы подыграйте, если что. Так. Я просто ржу с твоего голоса. Все смайлики вот эти кидайте, типа вам смешно. Поняли, да? Так, да. Вторая шутка. Есть три вещи, если на которые... если наушники, так лучше слышно будет меня. Ника на сцене. Все, я говорю. Вторая шутка. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течет вода и как игроки кэт-симулятора срутся друг с другом в чате. Сейчас попробую еще раз зайти в кэт. Ну смешно, да? Да, очень. Так, дальше. Так, что общего между боссом в симуляторе кота и боссом в реальной жизни? И того все хотят убить. Реально смешно. Так, и последнее. Что общего в симуляторе кота и в Европе? И там можно легко сменить пол. Ага-ха. Реально смешно. Бля, все трансгендеры в России. Кто блеванул сейчас? Кто смелый? Первая шутка. Все, слушаем суперкота. Ща. Что общего между гаражами и домами? Рецепт для лысых. Намазать голову мёдом, подождать 3 дня, затем сильно хлопнуть в ладоши. Блин. Мухи улетят. А общего то, что можно... Вот реально подставила была. Сломать себе ногу, а в доме жить. Понятно. Но очень интересно. Вторая шутка. Я такая сидела, говорила, и тут поняла, что меня выкинуло. Что будет, если в симуляторе кота позвонить разработчикам и сказать им в лицо, я читерю? Он это проверил, и ему конкретно влепили бан. Ладно. Я пошел. Ну, смешно, да. У меня реально качался. Так, можно я? Асуа, да. Асуа пусть. Или кто это? Белый ник. Я Ася. Ася, неважно. У моего кота такое, жрать, надоело спать. И в течение дня зубы меняются. Цепь для лысых. Намазать голову медом, подождать 3 дня, затем сильно хлопнуть в ладоши, мухи улетят, а лапки останутся. Моя кошка понегрела. Кошку мы подстригли, и у нее появились черные пятна. И я чисто такая, хаги-ваги, сгорел, почернел. Ну это живодерство. Да погоди, не хочу сразу живодерство. Да? Удалось казнить ваши жирки. Кончила. Ну, не смешно. Не смешно. Ну, рассказывай. Взрослая жизнь ужасно жестокая. Ты хорошо поел, а тебя за это никто не похвалит. Чё Сырьянов написал? Чё ты написал там? Чё пишут? Чат. Чё. Ну, дальше. По сути, наш мозг сам придумал себе название, сам придумал матерные слова, а потом придумал, что они плохие. Ну, шутка неплохая, а полная Чисто прибранная квартира, признак неисправного компьютера. А чё ты не упасть из чех? Те, кто лишний на сцене. Всё. Сейчас побегу. Кто-то будет рассказывать. Так, поймал старик золотую рыбку. Отпусти меня, старче, ты желание исполнил. Зашибись, сказал старик. И зашиблась бедная рыбка, так и не исполнив два других желания.
Короче, еще я буду рассказывать, иди отсюда. Да, давай, у тебя микрофон хороший, рассказывай. Только у меня шутки хреновые, но мне типа пофиг. Мне тоже. Что вы делаете в 2023 году? Что? Уже 2023 год? Вторая. Сколько у вас идей, которые вы никогда не сделаете? Да. Ну и напоследок, минутку внимания. Сегодня я исполню трек года. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна. Кто-то на чьей-то голове сидит. Ребят, можно я еще? Да. Короче, из интернета, ну, мне как-то пофиг, в принципе. Заблудилась собака в сафари. Видит льва, он очень голодный. Видит, рядом были кости льва. Он подходит и говорит: вкусным был тот лев, которого я съела недавно. Хочу еще одного. Лев испугался и убежал. Обезьяна все это видела и пошла за львом и рассказала ему, что собака его обманула. Лев разозлился и пошел к собаке. Собака увидела странную парочку, обезьяну и льва, и сказала: где эта чертова обезьяна, которую я полчаса назад послала, чтобы она раздобыла мне еще одного вкусного льва? Сейчас чисто мое мнение, я уже начало забыл. Я такой с видео. Все, больше нет желающих. Ну, похоже, нет. Я на ходу все придумал. Ну, короче, никто не выиграл. Я знаю, кто выиграл. Я. Хотите анекдот? Считаю то, что Ва выиграл. Приз был дать модератора. Мне самому себе его дать? Да. Почему вы? Анекдот. То есть понизить себя немножко на уровень. Да, я был админом, стану модератором. Лукоморье дуб срубили, золотую цепь в музей снесли, кота на мясо порубили. Осуждаю живодерство. Ва, ты можешь босса призвать? Нет. Конечно. Точно, его же выключили, точно. Его выключили. Там упала звезда. И играла волна. Да я не могу. Сегодня 22 июня. Давайте 41 устроим. Мне в чуть на день. Я не против. Это что за жесткий? Это типа... Здравствуйте. Ладно. Меня побили. Началась великая... Типа симуляторская война. А, за что происходит? А, драка. Убиваемый. Собачка, Ва включил специальный чит. Ва включил специальный чит, я не могу его ударить. Он бессмертный, я же говорила. Попрощайтесь с телезрителями. Да, он бессмертный. Пока. До свидания. Я люблю тебя.